Podobna. Рад вас видеть. Ну что, давайте мы все-таки поговорим, наверное, о текущей практике, поскольку это вечно зревшая, хотя у некоторых товарищей я буду спрашивать о каких-то других вещах. Что в текущем времени делается, как себя чувствуете, как практика? Вот, есть ли о чем упомянуть? Да, вот у меня была проблема расслабиться, было сложно сконцентрироваться на точке, вот на этой. И вы мне сказали... Со звездочкой. Со звездочкой. Какой эффект? Дело в том, что каждый раз, когда я ложилась, ну, заниматься практикой, я забывала про звездочку. И мне было потом лень за ней идти. А поскольку лень за ней идти, я старалась сосредотачиваться на этой точке. Эффект очень хороший. Так. То есть, если сосредотачиваться на этой точке, ну, реально расслабляешься. То есть, вот у меня неделя прекрасная практика. Я каждый раз ложусь, забываю идти за звездочкой, понимаю, что тогда лучше лежать, сосредотачиваться на точке. И реально прям хорошо. Да, интересно, польза. Косвенная польза лени. Это интересная мысль. Ну что, парадоксальная реакция. Как все время говорил Хаджан Средин, говорит, если, не дай бог, моя жена утонет, я буду искать ее тело вверх по течению, и внизу, и вверху. Характер у него такой. Значит, ну ничего, парадоксальная реакция в данном случае помогла. Не говорите, практика хорошая делает, ну, да? Вот когда сосредотачиваешься реально на точке, лежишь, расслабляешься. Но без особого усилия сосредотачиваешься? Не, просто вспоминаешь, что надо сосредоточиться, и все. Парадокс, что делаешь? Это лень. Идти за звездочкой, это просто. Вы меня порадовали, спасибо, передавайте. Так, теперь вот о регулярности хотелось бы услышать. Этюд о регулярности. Этюда регулярности пока не будет, потому что он еще не случился, скажем так, этюд регулярности. Но, скажем так, движение к регулярности уже почти выстроено. Так оно же может быть асимптотическим. Тоже в качестве линии? Нет, ну, то есть приближаться невероятно медленно к нужному. Нет, ну, скажем так, за там, прошедшие там, 2 недели, да, то есть он уже идет к регулярности, потому что вот там 2 недели назад, да, когда там, я приходила, я говорила, что ну, то есть, вот, я вообще не могу, мне реально, у меня был какой-то ну, не то чтобы процесс отторжения, и причем не йоги, не практики, да, а именно вот, ну, то есть не то чтобы не могу себя заставить там что-то сделать, ну, вот, ну, ничего не могу с собой сделать, да, вот я буду делать там кучу... Это ужасно. Я вспоминаю, что профессор Патиармеху, он бы сказал бы, знаете что, он бы сказал бы это аппроксимация симптом парадоксальных иллюзий. Ну, вот... Ни больше, ни меньше. Понятия не имею, что это. Ну, наверное, да. Вот, но, соответственно, по крайней мере, скажем так, вот это вот отрицание всего и вся, и попытка отложить и так далее и тому подобное, да, то есть она, как бы, по крайней мере, ее я преодолела, поэтому... Ну, хорошо. В моем, как это называется, там, настоящем, да, это прогресс. Хорошо, дай бог. Я вспоминаю Венечку Ерофеева, помните, как там у него? Тут, говорят, моя глухонемая бабушка с печки говорит, далеко ты зашла, Дашенька, в поисках своего «я». Да, ну вот смотрите, чтобы это... Ладно, будем надеяться, спасибо. Доброе утро всем. Но у меня, значит, что произошло? Так как я все асаны в основном делаю стоячие и у стены, то мне стало немножечко скучно и стали как бы возвращаться мысли, ну, когда я стою. Поэтому я решила попробовать отойти от стены. Но на сегодняшний день пока у меня это не совсем получается, потому что если я закрываю глаза, я начинаю падать, если я так, открываю глаза... Стенка припасть всем телом, и чего еще надо? Ну, когда я стою у стены, так как я уже как бы привыкла к тому, что я делаю, к тому набору асан, которые я делаю, они как бы стали, ну, как обычные, да, и у меня вот как-то вот... Нету, мозг не занят тем, чтобы вот асану
делать, а он начинает как бы заниматься своей обычной деятельностью. Вот, и я решила его немножечко усложнить ему задачу, чтобы вот... Ну, в общем, пока не очень получилось. И я, в общем, ну, ясно. Не знаю, стоит ли это продолжать или все. Ну ладно, мы с вами это обговорим. Спасибо. Доброе утро. В общем, что у вас интересного происходит? Да ничего интересного. Командировки, сессии. А в командировке это заниматься можно было бы? Ну, скажем так, завел будильник, вылез, холодно. Думаю, не буду. Не, но холодно, наверное, не надо. Ну, поэтому, в общем, так. Три дня в минус, два дня, в общем-то, можно сказать так. Нидра хорошая, асаны так сяк, как по книжке. Нет вопросов. Спасибо. Сергей, слушаем вас внимательно. Ну, хвастаться особо нечем, но я сейчас решил очень сильно упростить, вот как вы рассказывали про одного пациента, который делал две-три асаны. Вот, потому что я понял, что сложные асаны, я просто трачу время, то есть не расслабляюсь. Ну, и в итоге? Стал отъезжать, а может быть засыпать, не знаю. Не могу пока понять разницу. То есть большая часть йоги проходит в бессознательном состоянии, но, по-моему, я сплю. Ну вы же осознаете, что вы спите? Потом, да, то есть потом я понимаю, что у меня не было большей части йоги, но... Ну ладно, то есть, это первая уже хорошо, что хотя бы не было. Первая шавасана и нидра отъезжаю, по всей видимости, а может быть засыпаю. Табличку поесть, такой ушел себя, буду завтра. Да. Ну, ничего. То есть халтурю, а с другой стороны стал лучше. Может быть, это лучше для вас, чем... Давай в стране угля. Страна все равно не возьмет такой уголь. Да, страна перебьется. Хорошо, спасибо. Угу. Передавайте. Люб, что скажете? Да у вас вроде... наблюдений никаких нет интересных? Да вроде все нормально. Алексея. На этой неделе у меня среда вообще никак. Не, то есть как не проявилось? Вообще. То, что среда, вы не поняли, да? Да, я потом только осознал, что сегодня среда. Вот, приводим окружающую нас среду, окружающую нас воскресенье. Да, и думаю, надо же, интересно. Ну и потом думаю, а в четверг интересно, что будет, тоже ничего, все нормально. То есть как бы пропустилось, да? Да, вообще проехал очень легко, хотя я нормально занималась по полной программе, как обычно. Ну, интересный симптомчик. Не знаю, вот так. Хорошо, спасибо. Можно пропустить? Да можно, вот можете. Ксения, что про себя интересно расскажет? Меня не видно. Практику. Текущий срез, да? Ну да. Что-нибудь может все быть? Все как и в прошлый раз. Как неделю назад было, так все хорошо и есть. То есть стабильное железное? Да, да. Даже, ну, нечего пока добавить, да. Это хорошо. Угу. Постоянство и непостоянство. Был когда такой тост. Интересный. Значит, да, это я помню еще при социализме. Говорит, ночь, балкон, он и она. Вторая ночь, он, балкон, он и другая. Третья ночь, балкон, он и выпьем за постоянство мужчин и непостоянство женщин. В данном случае постоянство – это хорошо. Ладно, слушаем вас. Ну, у меня с началом декабря мне спать хочется, я не могу с утра встать. Поэтому... Непреодолимо или преодолимо? Непреодолимо, я даже, это отразилось, что я позже даже на работу стала приходить. Ух ты. Вот. И так поэтому... может быть, можно на нее вообще не приходить? Нет, не совсем нельзя. Или по принципу, чем позже придешь, тем раньше уйдешь. Не получается. Вот, да, поэтому если практику я делаю только, ну, если получается, то вечером делаю. Пока. Да, не могу никак себя заставить. Это декабрьский синдром. Да, вот у меня вот всегда бывает вот этот период, когда ноябрь-декабрь, вот у меня сразу вот тяжело встать. Да. Хорошо, да. Спасибо. Ситуация ясна, Жень, у вас? Да все по-прежнему, не знаю как-то. Я, ну, больше у меня сейчас с жизнью какие-то сложности, что-то не могу себя организовать. Может, тоже... Объективно или субъективно? Ну, нет, в смысле объективно. А что значит объективно? Это как? Не, ну субъективно скорее, но... Не, объективно, просто мне хочется там больше делать, а не получается, вот как-то так. Все-таки хочется? Ну да. Ну, вопрос тут, желание, вопрос какой-то такой... Ну, кстати, практика йоги, она тоже некоторое желание отсекает, но не все, конечно. Не, ну да, конечно.
Ну, интересно. Ну вот, а практика хорошо идет. Физическая нагрузка есть обычно? Да, я сейчас хожу в бассейн. Ну, отлично. И дома занимаюсь иногда. Ну, где-то раза три в неделю в общей сложности получается позаниматься физкультурой. Допустимо. Вот. Не, очень хорошо, бассейн прям отлично. Всегда, ну, когда сходишь, прям голова проясняется очень сильно. Я вечером хожу, выхожу и прям отлично. Хорошо, спасибо. Ой, а в чем мне-то отчитываться? Ну, вам мне даже не надо. Я просто рад вас видеть. Вот. Но все-таки я пару слов скажу. Ну, пару — это так, условно. Значит, я проведу некоторую аналогию. Вот входишь в библиотеку, совершенно в другой мир входишь. Ты можешь сесть и часа три вообще отсутствовать. Ну да, забыть обо всем. Да, ничего больше нет. Есть вот то, чем ты занимаешься. Аналог. Вот я прихожу сюда, это совсем другой мир. Совсем другой мир, я себя чувствую иначе. В чем это выражается, ну, если угодно, в действии? Я вам как-то рассказывала, что зрительно, образно у меня процесс попыток расслабиться заключается в том, что я ощущаю себя как бы в некотором пространстве, где имеется что-то вроде огромной или аллеи, или просеки, и я вот иду, как я говорила, след за вашим голосом, либо по нидра, либо уже, когда мне невозможно нидра пользоваться, просто по памяти. А здесь все происходит несколько иначе. А как? Я оказываюсь не в пространстве, окрашенном совершенно по-другому. Это, ну, как-то нежно-голубая, слегка лазурная такая вот, сферическая какая-то такая емкость. Ну, не емкость, а пространство. Угу. Никаких нет ни аллей там, никаких предметов вообще нет. И я не иду, а я не знаю, где я. Так. И как будто бы я созерцаю вверх то, что происходит, а потом я не знаю, что. Потом теряетесь, да? Потом ничего. Я не знаю, что потом. А потом кто-нибудь говорит: давай вставай. Это нехороший человек один говорит. Вот. Вот. Поэтому я не знаю, что мне рассказать. Да ничего, все нормально вы рассказали. И самое главное, что вы не то, что происходит, а то, что не происходит. То есть вас нет там, вот в этом мире вас нет, вы в другом мире и все. Это само по себе очень много значит. Знаете, вот, допустим, такое время, ну, допустим, я читаю литературу там какую-то художественную, да? Я, допустим, из книги, которую читал там, когда еще был пацаном совсем, да, которые меня там сильно увлекали, я помню наизусть целыми кусками, да. И, в принципе, для меня тоже так происходит. Я что-то читаю, ну, допустим, в школе заставляли читать эту классику, она вот здесь состояла, эта классика, да. А потом я из армии когда пришел, мне вдруг захотелось прочесть «Войну и мир». Вот захотелось, и все. Вот я сел, где-то 26 часов сидел, да, не отходя. Мать выходит ночью, говорит: ты что, с ума сошел? Я говорю: дам что-нибудь поесть, я продолжаю читать, да. Вот, как, вообще меня нету, да, я в другом мире, да. Вот, я только дошел до философии, меня вышибло, да? Философия дурацкая, да, вот, она неправильная, и тут меня вышибло. Вот, когда в другом мире, когда йога — это другой мир, это мир ваш, да, и когда вы в нем оказываетесь, забывайте обо всем, это имеет очень большое позитивное значение для того, что называется человеком, само по себе. Так что все нормально. Спасибо. Слушаем вас внимательно. Ну, мне похвастаться особо нечем. Все, в принципе, по-прежнему. Да не надо хвастаться. Вы расскажите, что происходит. А, ну, все, в принципе, по-прежнему. У меня 2 недели здесь не было. Одну неделю из этих 2 я была в разъездах. И у меня, конечно, из-за этого много перерывов в практике. Потому что в гостиницах, там, на новом месте у меня как-то вообще не идет йога.
Ну, то есть вы пытаетесь вникать пока с трудом, да? Ну, не знаю, нет, если так-то, если я дома и регулярно, то все более-менее нормально. То есть йогу-нидру делаю также регулярно и, в принципе... Как это влияет на самочувствие? Ну, у меня какие-то такие микросбросы, что ли, происходят. Если регулярно в одно время делать... Это физическое дергание, да? Да, да, то есть там конечности дергаться начинает. Ну, это хорошо, на самом деле. Вот. А так, в целом, как бы, ну, сны какие-то очень яркие, эмоциональные. Ну, хотя, в принципе, они мне и по жизни происходят. Ну, ладно, обсудим в честном порядке. Спасибо. Тебе скажете, Алиса? Скажу. Ну? У меня периодически сейчас происходит совершенно другое расслабление, вообще другое. Так. Если раньше у меня всегда было штрих-пунктиром, то есть ты куда-то улетаешь, потом просыпаешься, угу. приходишь в себя, ощущаешь себя где-то, ну, понимаешь, где ты находишься, то сейчас происходит, вот, наверное, за последние, может быть, недели две, и сегодня прям вот очень сильно почувствовала. И как раз об этом вспомнила, что было за две недели еще несколько раз так. Ну, я как-то вот не трогал вас, потому что вижу, что человек лежит, и я лучше. Да, лежит и лежит, угу. лежит и лежит. Ощущение такое, как будто не имеют руки ноги, но не имеют не мышцы, а не имеют именно кожи. И я это чувствую. И не имеют так, что как будто я покрываюсь змеиной кожей. Прям вот я вот чешуйчики эти вижу, чувствую, как будто они немножко холодеют. Одновременно руки-ноги, потом я как будто погружаюсь совершенно на другой слой. Вот как у знаменитого фантаста, уходишь на другой слой. Осознание, что происходит? Я это вижу со стороны. Я это чувствую, но чувствую как бы вне. То есть я как будто со стороны наблюдаю за человеком, который это ощущает. Угу. Очень необычно. Ну, вот диссоциация очень интересная такая. Да. да. Уходишь, вот как говорит знаменитый фантаст, на другой слой сумрака, и вот как будто глубже, вот как будто как проваливаешься, но не теряешься. Опять какое-то время ты держишься на этом уровне, опять происходит, но может быть даже не те же самые конечности, может быть там, если была рука, то теперь стала нога, или была нога, стала рука. Опять происходит какое-то не менее, опять же змеиная кожа, потом хоп, опять куда-то провалился, еще глубже. И вот раза 3-4 у меня может быть подряд. А после этого самочувствие как? Ну, я до сих пор немножко расслаблена. Сложно вернуться обратно. На статистику небольшую набрать хотя бы. Раза 4, вот если сегодня считать. Нет, ну это мало, конечно. Mm-hmm. Интересно. Mm-hmm. Спасибо большое. Алина? Сейчас вам скажу, или что-нибудь хорошее, или что-то плохое. Mm-hmm. Одно из двух. Ну-ка. Что сегодня? Ну, стакан, чуть-чуть пуст, больше, чем полон. Ну, так случилось. Я не знаю сама почему. Вот, ну, практика то ли была, то ли ее не было. В том плане, что занималась я не каждый день. Ну и потому ладно. Что я не могла проснуться, потом я не могла уснуть. Вот, и... Я решила, что, ну, бывали дни, когда я вообще делала всего две асаны, то есть 20-25 минут, и на этом все. Вот, так что, в принципе, сказать-то мне и нечего. Настроение? Ну, у меня случился на неделе приступ жалости к себе. Вот. Случился? Да, случился. Индульгирование, как сказал бы. Кастанеда индульгирования. Вот, это длилось один день с половиной. Вот, потом отпустила. И все. Ну, интересно. И кончилось без последствий, да? Не знаю, это позавчера было. Я еще не поняла. Вот, ну, я ладно, отхожу. Хорошо, обсудим, интересно. Я не слушаю знаю, вас внимательно. Можно я пропущу? Что я могу сказать? Не знаю. Жду с нетерпением начала практики. Я всего так вы второй практик... раз... приступили-то, нет? Ну, да, но мне хочется асан, а я пока только... Ну, как впечатление, омерзительное или нормальное, или как? Ну, бывает по-разному. Иногда я легко ее прохожу, а иногда я подергиваюсь, иногда мысли уносят куда-то, но я все равно возвращаю. Но по существу вы делали это, да? Да, да. А сколько раз? За эту неделю? Да. Ну, наверное, раза три вечера, наверное, делала, да. А три, в какое может... время практики? Наверное, с 10. Ну, в час-полтора, сколько? А, нет, ну сколько она длится? Минут 20, сколько? Ну, 25 длится. 20-25, ну ладно.
Ну, йога-нидра. Ну, это йога-нидра, я имею в виду асаны. Асаны нет, я не делаю. То есть вы жду. Только пока-нидру, да? Да, я жду. Хорошо, спасибо. Антон, ничего не будет, да? Ну, тогда кто-то хочет что-то дополнить, спросить, нет? А, вот у нас еще... Ну-ка, Аделина, скажите нам чего-нибудь. Опаздывайте и маскируйтесь. По поводу практики? По практике, что-то такое достойное внимания было? Ну вот я сейчас в больнице лежу, пришла сюда из больницы. Я стараюсь прям в больнице прям почти, ну не весь день, конечно, но стараюсь не один раз заходы делать. Так. Вот. Один раз я, значит, в йогу-нидру ушла, ну, вернее, шавасану как бы стала расслабляться, вот это, и потеряла вообще счет времени, и там, я думала, что прошло минут там 5, как бы мне казалось там, я вроде не уснула, ничего, вот улетела конкретно, и там уже меня разбудили на ужин или на что-то такое, вот. Ну, то есть я делаю, да, практикую. Это хорошо. Вот, несколько асан, ну, штуки 4, наверное, за раз. Ну, так вот, да. Штуки для 4. Вас нормально, главная система. Угу. Все. Ну что, хорошо, спасибо. Ладно, тогда спасибо всем, расходимся. Уплотнитесь, пожалуйста, потому что...